Известные общественные деятели региона поделились с журналистами своими планами на будущий год, а также рассказали о благотворительном проекте «Добрый Ульяновск», который будет проходить до 24 декабря. Многие программы будут реализованы в рамках указа «Десятилетие доброты», который подписал губернатор пару недель назад. Документ предполагает усиление мер социальной поддержки. Меры соцподдержки пересматривать с точки зрения «дай тому, кто просит, дай ему возможность самому работать», самому открыть свое дело, самому воспитывать своих детей. Вот эту историю надо поддерживать. И тут, конечно, грандиозная совершенно перестройка предстоит нам в течение вообще всех этих лет. В рамках фестиваля «Добрый Ульяновск» будут проходить благотворительные акции, в которых поучаствуют как представители власти, так и просто неравнодушные граждане. В школах и других общеобразовательных заведениях пройдут лекции и классные часы, так называемые уроки доброты. Урок доброты – это что-то, наверное, что-то наподобие классного часа, где учитель разговаривает со своими учениками о толерантности, о добре, о милосердии, рассказывает историю благотворительности Симбирской губернии. Она у нас очень богатая. Председатель Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Владимир Сидоров тоже поделился своими планами на новогодние праздники. Для жителей каждого общественного самоуправления Ульяновска будут организованы праздничные мероприятия, а многодетным и малоимущим гражданам вручат полезные подарки. Также намечается совместное мероприятие с благотворительным магазином «Мистер Спасибо». Мероприятие «Единый день обмена», где каждый желающий может принести свои вещи, которые не нужны, может взять это, а нуждающих у нас предостаточно. Так что это тоже мероприятие у нас пройдет. В рамках фестиваля все желающие также смогут оказать поддержку центру ипотерапии «Лучик» и передать новогодние подарки детям, находящимся на лечении в больницах. Точную информацию можно получить по телефону 727-728, а по номеру 72-1003 можно уточнить условия сбора новогодних подарков для малообеспеченных семей. Виктория Шикова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.